Arizona Rally Play Phoenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54 и все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Давайте начнем. Всем привет! Привет, я Вертич! Я недавно посрал. И во время этого важного задания я сидел в прекраснейшем инстаграме Стаса Мейсона. Офигеть! Ссылка будет в описании. Ебануться. Это директор Arizona Games. Мой реально? Старый брат, мой близкий друг и виновник моего сранья. Кстати, блин, на его классно. Канале есть ролик, в котором мы играли в дорожную рулетку на желание. Его я также оставлю в описании. А сегодня, в этом видео, я буду полицейским. Да не простым, а с определенным званием. Реально? Просто поверьте, я выбесил. Это реально такое звание? Игроки следились и старались меня кокнуть, чтобы я не портил им игровой процесс. Короче, все как всегда. Надеюсь, он не испортит процесс МВД. Игровой. Хуяк, чё сидите тут? Взглянул на часы. Клевые часики, брат, такие же. Хочу просто тебе звездопад устроить. Так он в июне, а уже конец июля. Найс, без уже август, брат. Уже август, Вертеч, ты немного, типа, ну, припозднился. Хуяриш. Ты, короче, наркоман, преступник, ей террорист и так далее. Все так. Отлично. Я его сразу опознал. Что скажешь в свое оправдание? Капитан, да что он скажет? Его. Че? Да, тоже так думаю. За что? В нашей стране возможно все. Да, вы че? А причина какая? Голым ходите по участку. Считаете все это правильно. Нормальным? Я не голый. А мы типа, блядь, не видим. Я ну, в нормальных шортах. Оправдан. А вот это уже интересно. Вот так бы работали суды при Анкапе. Что это мы здесь по мусоркам шаримся, а? Здравствуйте, а ну стоять! Янисов, как Юнусов да, почти. Да, ты убегаешь от меня, а? Иди сюда, тебе сказал. Не, ну я... Офигеть, там прям, типа, капли такие на экране. Ты вот на Томми Версете, я плавать не умею. Ладно. Здравия! О, у меня же есть админские функции. Господин пидас! О, повторите! Это не я! Господин пидас! Все понятно. Секунд. Иван пират. Ничего, сейчас подойдем спросим. Бля, на кулак мента посадим. Не, офигеть, там даже кровь типа на экране. Вот это я понимаю, КРМП. Гантон, блядь, ты что, думал, ты меня сейчас побьешь? О, хватит меня обидел, боёк. Да иди на. Ты в меня стрелял. Почему полиция России называется? То есть тут русофобия какая-то, отвертич. Ну-ка, иди сюда. Слови ЖБ, братан. Да, правда, только что на меня напало. Ты это такой, ууу, крутой. А потом оказалось, что нападавших было двое. Почему не трое? Сумасшедший. Идар, ты чё меня специально сбил, гандон? Я тебя не трогал. Ты пидрел, ты специально меня сбил, шлюха ты ебаная. Когда? Возле Сбербанка, пидор. Я на службе был, ты меня сам сбил. Ты гандон, я ехал по тротуару, ты ебаный чертофан, сука. А ты на тротуар заехал, блядь, и сбил меня, гандон. Возле мусорки, а? А что вы делали около мусорки? Тебя в мусорке искал, пидор. Какое нахуй твое дело, что я делал возле Охуеть. Мусорки? Так я на Ауди вот ехал, это люди а вы играют закладку искали. КРМП. Ты, шлюха ебаная, на меня наехал на тротуаре, блядь, пидрила ты ебаная. Ничего не видел. Хули ты тогда в полиции, блядь, работаешь, если ты ничего не видел, блядь, слепая ты шлюха. Я видел, как вы врезались в меня. Кто в тебя, если... Это забавно, не, чел нормально. Бил ты конченый. Завез нормально, чел. Ничего не видел. Конечно, потому что таких тупых, блядь, дебилов берут, которые нихуя ничего не знают, блядь. Вы, наверное, спросите, как же я его сбил? Я просто-напросто хотел спросить у него документы. Но он ни в какую не останавливался, в итоге мы просто разъехались. Но я даже представить не мог, что он разозлится. Кстати, из всех его фраз можно сделать песенку в стиле Энджойкина. Если хотите, можете заморозить. А вон какой-то чип. Я не буду делать, Энджойкин рип. Только что получил номера. Энджойкин живи. Девятки. Установил номерной знак на машину. Батя, не дохуя ли у тебя хп, братан, а? Не. Вы, негодяй, меня смертельно ранили. Я попал в больницу, ничего не Иисус взяткин, так тот туда. Самый? В больницу меня вылечили, ухожу, приехал сюда и все. Я не понимаю. Еще заплачьте. Я буду плакать, я буду жаловаться, адвоката мне, судью, генпрокурора. Это уже не смешно. 5 minutes later. Как там? Что? Нет? Да нормально. А вам как там? Ой, чел, а мне здесь классно на ютубе. Ты, кстати, тоже в телевизор попал.
попал? Кабинет? На ютуб, на ютуб. Какой телевизор? Тайм? Нахуй телевизор. Чего бы это? Вы тут не работаете. 3, 2. Охренел, блять. В смысле я здесь не работаю? Ты меня что, уволил? Даун! Вертеч крутой. Съебет с ганом. Уйди отсюда. Ты здесь не работаешь. Ну неплохо, неплохо. Но полиция России, ну плохое название. В смысле, охуел? Вы тут не... Было бы лучше, типа, знать полиция Беларуси. Работаете. Я работаю. А он, вижу, нарушитель на скутере. Пересекает все линии. Но они не сплошные, они прерывистые. А ну стоять, прижмитесь к обочине, сэр. Нам нужно поговорить. Здравия. Здравия. Хотел это, мелочи спросить. Есть 100 баксов? Да, есть. Можете дать 1000 рублей перед... Вот это, блядь, да, 100 баксов. Так 100 баксов это 6000 рублей или 7, это там взятка? Сколько? Нет, это помощь сотруднику. Это не полицейский, это не наш! Уйди нахуй! Спасибо, я поехал. Ой, это же я, кстати. Странно, что Вертеч не сказал, что это я. ГП-форум, я работаю. Конченое животное с щитами. Тебя нету в мемберсе. Нельзя одному кататься, оконченный. Это Вертеч и Кровка. После того, как я воскрес, у него вообще там кукуха поехала. Прыгай ко мне. Чё, как дебил? Жди бан, в смысле? О. Прыгай ко мне. Нормально. Да не туда. На член прыгай. Я буду рад. Бля. Да, иди нахуй. Вертеч пережестил, конечно. Вертеч крутой, но пережестил тут. Охуеть, вот это, блять, вот это люди водят. Значит так. А чё это мы стоим посреди дороги? Я что-то не понял. Сэр, у вас все хорошо? Да. А у меня нет. 100 000 за ремонт передаем. У меня рымки есть. Еще 50 за сотрясение мозга. Я сейчас что-то не понял. Он считает, что это в России так полиция работает. Я не знаю, но Вертеч прям вообще куда. Блять, что за хуйня? Замечательно. И подбросим ему сейчас 6 грамм наркоты. Пойдет. Охуеть, это, блядь, подбрасывание. Все это, весь видос. Блин, хоть бы попрощался Вертеч, а я не буду как Вертеч, я попрощаюсь. Аризона, Рулиплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, также мой промокод NoToxic54, также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания и всем пока. И Аризона, Рулиплей Феникс, там заходите, ролики тут сейчас еще будут, вот, приходите.